Нравится? Давно не был, узнать трудно. Ты бывал у нас раньше? Я вырос здесь. Ну, если давно не был, действительно, узнать трудно. Издалека? Дальше не бывает. А к кому едешь? Кто ждет? Семья, невеста? Родные. Чего стучать-то? Их нет никого. Нина Петровна, здравствуйте. Это я. Здравствуй. Приехал наконец. Дорогой ты мой. Сейчас, сейчас, я мигом. Вернулся. Дорогой ты мой. Проходи, домой ведь приехал. Вот Викентий-то обрадуется. Заходи. А наши где? Я же телеграмму дал, чтоб встретили. Да, у меня она, твоя телеграмма. И я сначала на вокзале встретить хотела. А потом, потом подумала, что нехорошо будет реветь на людях. На радостях и это можно. Петровна, дорогая вы наша. Приходите обязательно вечером, как соберемся, все пир на весь мир закатим. И не плакать, а радоваться надо. Я и радуюсь, мальчик. Только вот не знаю, как сказать тебе. Присядьте. Ну, не тяни, Петровна. Ты не волнуйся. Может, все обойдется. Врачи говорят, он мужчина крепкий. Только нервный оказался. Сердце не выдержало. Викентий Ильич, ну что же ты мне сразу-то? Извини, Петровна. Ну, а Стаська? Тоже хорош. Неужели было трудно сообщить? Все некогда ему. Все мотается, наш ученый чемпион. Балбес. Нет больше нашего Стасика. Совсем нет.
своем уме? Повтори, что ты сказала, Петровна. Погиб он. Убил себя. И погиб. Сделайте, пожалуйста, повторную кардиограмму, а вы подготовьте к завтрашнему дню все анализы. До свидания. Доктор, вы снова здесь? Я вам уже все объяснил. Мне необходимо его видеть. Это невозможно. Я прошу вас. Вынужден вам, молодой человек, повторить еще раз. В данном случае свидание разрешается только в критических ситуациях. Да поймите, я нужен ему. Поймите. Он лежал на полу, и пистолет рядом. Мой наградной. Я один во всем виноват. Не надо, не надо, успокойтесь. Возьмите себя в руки, я прорвался всего на несколько минут. Это хорошо. Что ты приехал? Я так ждал тебя. Понадобятся деньги, возьми в ящике моего стола. С этим порядок. Я решил вернуться на свое старое место, к Стасу в институт. А ты очень изменился. Я рад за тебя. Добрый вечер. Добрый вечер. Интересно, как вы сюда попали? Очень просто. Через дверь. Через которую ты сейчас исчезнешь. Улавливаешь? Сначала познакомимся.
Игорь Балагура. Малыш. Владимир Малыш. Инкогнито. Донцова. Мы здесь по праву старых друзей. Поминки под магнитофончик. Насмехаться? Ладно. Погуляли? Проваливайте. Какие вы к черту друзья? Были рядом и не помешали. Стоять! Оставили одного? Убирайся! Стоять! Стоять! Самое печальное, Игорь, что вы правы. Не во всем, конечно. Нам стоило бы встретиться, поговорить. Я тренирую на авангарде. Проводить домой, Наташа? Лучше увиди этого героя. Я вызову такси. Ну, хватит. Игорь. Припоминаю, Стас мне говорил о вас. Домой мне ехать не надо. Я сегодня немножко пьяна. Я всегда делаю только то, что хочу. Вечная Обязательно приезжай. Хватит мотаться по свету. Отец постарел, ослаб, очень скучает без тебя. И выбрось из головы, что ты нам не родной. Представляешь, как соберемся все, пир на весь мир закатим.
Наташа, я за тобой. Извини. Отец сказал немедленно. С кем ты сейчас играла? Так, студентка одна наша. А чем она тебя насолила? А тебе что? Ничего, просто показалось, что сейчас на корте ты собирался ее прикончить. Добрый вечер. Я прошу прощения за поздний визит. А, инкогнито. Я хочу извиниться за вчерашнее. Не стоило себя утруждать. Ну, что дальше? Я Георгий. Гоша для друзей. Ну, допустим. Что вам нужно, Гоша? У меня к вам деликатный разговор. Проходите. Знаете, я не хотел беспокоить. Такая страшная история. Ближе к делу. Понимаете, у меня иногда случаются вещи хорошие. И своим близким друзьям я... Ну, понимаете. А сейчас мое финансовое положение... Словом, Станислав Викентьевич брал у меня куртку и еще кое-что там. Сколько? Что? Сколько? Сколько он остался должен? Но, пардон. Я же не ханыга, я интеллигентный человек. Вам показать? Пожалуйста, разрешите? Можно? Минуточку. Так, вот она. Вещь, люкс. Специально для Станислава Викентьевича. Гольф новенький, прямо из Швеции. Ну, вот еще джемперок, а английская шерсть. Станислав Викентьевич собирался в нем выступать на самых ответственных соревнованиях, так сказать, спецровно. Ох, виноват. Джемперок, вероятно, не тот. У того была полоска вот здесь. Но куртка и гольф – это слово джентльмена. Но куртка и гольф – виноват. Тут слово джентльмена, но куртка и гольф… Я извиняюсь, но куртка и гольф… Я дико извиняюсь, но куртка и гольф! Но куртка и гольф! Я дико извиняюсь! Здрасте. И чтоб ноги твоей здесь больше не было! Пойдем, пойдем. Гнида! А тебе чего здесь надо? Ну, во-первых, не надо пугать соседей. А во-вторых, здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. А вы кто? Я следователь. Следователь прокуратуры, Аверин. Давай-ка запросто. Я Виктор. Ну, а на ты мы с тобой уже перешли. <с->
Не могу поверить, чтобы Стас мог так просто. Сдуру. Пустить себе пулю в лоб? Конечно. Если учесть, что самоубийство – явление патологическое. Но твой Стас был абсолютно нормальным человеком. Его убили. Вот тут ты, наверное, прав. Его принудили к этому какие-то обстоятельства, взаимоотношения с какими-то людьми. Но правду об этом знал только один человек. Станислав Оленич. Или сволочь, которая его убила. Я найду, я обязательно найду эту тварь. И как ты себе это представляешь? Не знаю, но я не отступлю. Я должен знать правду о Стасе. Поэтому не вздумай вести следствие сам. Вот мой телефон. Хорошо. Что думаешь делать дальше? Не знаю. Дождусь Викентия Ильича. А кем он тебе приходится? Я в этой семье вырос. Вроде отца выходит. Отцом называть не довелось. Да. Чуть было не забыл. Если видишь того типа, которого ты так ласково выпроваживал, постарайся ему улыбнуться. Он жулик, спекулянт. Карта и водка требуют денег, но он нам еще нужен. Ну, не пуха тебе. К черту. Московское время 8 часов. Маяк передает информационный выпуск. Р-316. Сейчас. Людка, привет. Галочка. Не получается. Не могу себе представить. Никто не может себе представить, как мне надоела вся эта история. Полюбуйтесь, сей уважаемый муж уже 2 недели морозит мне голову. А вдруг там что-то перегорело, а? Боже, какой идиот. Что-что? Простите, вы что-то сказали? Нет-нет, ничего. Не огорчайтесь. С вашим визитом не связано особых надежд. Тут главное не ошибиться. Так. Все. Включайте. Вот. Такой, с позволения сказать, ремонт мог сделать любой грамотный техник. Садите ко мне. Людмила, оформите, пожалуйста, трудовое соглашение с... Простите. Балагура Игорь. По батюшке. Иванович. С Игорем Ивановичем Балагурой профилактический ремонт и настройка энцефалографа. Послушайте, чем вы вообще занимаетесь? Давайте к нам. Подумайте. Малыш, вы хорошо знали Оленича? Скажите, действительно произошел несчастный случай? Так показало следствие. Но не менее странным кажется самоубийство, верно? Вы, а не я, были рядом с ним. Ну хорошо. А можно предположить, что Станислав просто убит? Не знаю. Так из нашего разговора ничего не выйдет. Мне неизвестно, кто такой Малыш и почему его интересует причина смерти Оленича. Чего же тут откровенничать? Верно. Я сейчас. Становись! Быстрее, быстрее! Носочки. Отправлять. Мирно! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте!
Наташа, все собрались на тренировку? Все, Владимир Сергеевич. Задание на сегодня. Будем отрабатывать технику передачи эстафетной палочки. Внимание, направо. Саша, правое плечо вперед, бегом. Марш! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Энергичнее. А? Ты прав, Игорь. Мы в неравном положении. Кто такой Владимир Малыш? Чемпион Европы. Рекордсмен. Ненадолго. И целых 5 лет чемпион страны. Извини, я не хотел тебя обидеть. Да ладно, к чертям собачьим, это спорт. Хватит об этом. Малоинтересная история. Ну и об Оленичи. Плохо, Валентин, плохо! Так вот об Оленичи. Познакомились на спартакиаде. Несколько раз виделись на соревнованиях, встречались без эмоций, расставались без сожаления. В спорт люди приходят по-разному. Одних привлекают парады, титулы, медали. Другие хотят стать сильными, научиться побеждать. Ну, а некоторых в спорт приводит корысть. Деньги. Не так просто, Игорь. Не так просто. В чемпионских медалях не так много золота, зато их можно пустить в оборот. К примеру, я учился в институте. Вернее, появлялся между сборами и соревнованиями. Но неизменно гордость института получала на экзаменах свои законные 3 балла. Ха, 3 балла чистой прибыли. Да, мне так казалось. Слава всегда кажется бесконечной, как дорожка стадиона. На всю жизнь вытянуть счастливый билет. Хорошо. Оп! А как это здорово, победа. Красный знамя над головой. И гимн во все небо. Ради одной такой минуты стоит прожить жизнь. Но однажды все это кончилось. Я, как водится, стал тренером. От желающих попасть в группу Малыша не было отбоя. Все ждали чемпионов. Передачи эстафеты. А я ничегошеньки не умел. Тонул, как старое корыто. Все полетело кувырком. Забрали одну группу. Потом другую. Но когда отдали другому тренеру лучших ребят, закатил на федерации истерику, попал в фельетончик. За все надо расплачиваться. Скажи, я похож на Шкурника? Я бы не сказал. А тогда я чуть не плакал. Не потому, что расставался с машиной, нет. Просто обидно было уезжать, когда я уже мог работать, уже начал любить и понимать своих ребятишек. Вот тогда-то и подвернулся мне снова Станислав Оленич. Здрасте, гражданин Малыш. Здравствуйте, доктор Оленич. Старик, мне нужно в Петровку. Можно, только вот бензинчик на нуле. Только-то. Но бензин всегда в кармане. До заправки хватит? В кармане только вошь на аркане. Остановись здесь. Подожди минутку, я мигом. После Петровки Станислав предложил пойти пообедать. Домой? Я много пил, не пьянел. Потом вдруг как-то развезло. Стал рассказывать им о своих бедах, срывах, неудачах. Станислав много пил? Нет.
Он никогда не пил больше одной рюмки и не скупился на советы. Добрые советы. Так, как ты живешь, старик, широко, открыто для всех, так сейчас жить нельзя. Нет, старик, нельзя, нет. Твоя гордыня делает тебя отверженным, а ты стань для всех своим. Люди любят лесть. Да, человек слаб, тщеславие, жадность, пристрастие к выпивке, желание переспать чужой женой. А ты веди, веди счет обидам. И вот в один прекрасный день счет к оплате. У кого есть деньги, тот платит. А вот у кого их нет, расплачивается. Спорт – это прежде всего одиночество. Сознательное, целенаправленное одиночество. Связи, конечно, нужны, но только те, которые помогают идти к цели. Цели сообразны. Чем больше стремления к цели, тем меньше должна быть связь с окружением. Каждый должен готовить тебе жизнь за последним финишем. Я человек независтливый. Но меня до чертиков разозлил этот самоуверенный проходимец, которому все на свете известно. Что произойдет с ним завтра, через год, через 10 лет? Вы разругались? Потом снова сошлись. Благодаря Наташе. Уж больно интересно было узнать, куда приведет его теория последнего финиша. И было еще одно обстоятельство. Когда в магазине Станислав расплачивался, он вынул из бумажника 100-рублевку. А на заправке у него была всего лишь трешка. Для чего ты все это говоришь мне? Не проще ли было все это рассказать следователю? И он мне объяснит, почему олень застрелился? Нет. Причина кроется в чем-то другом. Там, где выверенная установочная мудрость Оленича дала трещину. Таня, четче палочку передавай. Да у меня лучшие в городе ребята. Сильные, самостоятельные. Должны ли мои мальчишки и девчонки тоже добиваться цели любыми средствами? Кого растить? Хитрых зверьков или людей, которые смогут отвечать за каждый свой поступок? Каждый взгляд отстаивать, не боясь расшибить лоб? Я думаю, лучше жертвовать лбом. Становись. Быстренько, быстренько. Бегом. Подравнялись. Я доволен, как вы сегодня работали. Но прошу запомнить, что эстафета – это вид командной борьбы. И успех, победа в этой борьбе зависит от усилий каждого участника. Ясно? Ясно. Ну вот, хорошо. Одевайтесь. Может, Стас сломался где-то там, за границей? На этих поездках, ну, на всякой купле-продаже можно делать деньги? Можно, если пренебречь одной истиной. Ты делаешь деньги, а они уродуют тебя. Извини, мне некогда. Завтра тренировка по расписанию. Малыш! Малыш, как найти этот особняк в Петровке? Thank you.
Алло? Пока это всего лишь шутка. Маленький совет. Вы меня слышите? Живите тихо. Не суйте нос в чужие дела. Понятно? Забавно, очень забавно. Придется завтра же мне встретиться с Малышем. Но Малыш говорил о своем, сугубо личном. И тебе бы не хотелось, чтобы в это дело вмешалась прокуратура? Честно говоря, да. Личное в человеке штука тонкая, это верно. Только все это мне очень не нравится. Что именно? Отношение людей к смерти Оленича. Я сегодня битый час пытался что-нибудь узнать у профессора Донцова. Ну и как? А никак. Станислав Викентьевич прекрасный лектор, отличный экспериментатор. А его личная жизнь? К личной жизни Оленича профессор Донцов, пардон, никакого интереса не испытывает. Понимаешь, есть люди, с которыми вечно что-то случается. Неудачники. Говорят, на роду написано. На роду, конечно, ничего не написано. Просто человек со свойственной ему манерой поведения иногда попадает в просак. Ну, неудачником я бы Оленича не назвал. Я тоже. А он не был неудачником. Он был авантюристом. Поживем, увидим. Домой? Да. Ну, садись, подвезу. Ты все еще сам? С Петровной чаи гоняю. А как Викентий Ильич? Спасибо, ничего, он у нас, он у меня мужик крепкий. Будь осторожен. Необходимо что-то делать? Ничего. Без меня ничего. Кончайте играть, детки. Нина Михайловна, мы еще немножко поиграем. Ладно. Сейчас, Нина Михайловна. А вы идите себе. Идите на баскетбол. Ты что, здесь ночуешь? Обдумываю одну операцию. Интересно, какую уже? Как засватать твою партнершу? Перестань болтать. А что? А ничего. Ты где достал такой хлам? Подарили. Ценный подарок. Может, сыграем? Слушай, иди гуляй. Ладно, не заводись. Я Алёшка. Игорь, только партнер из меня. Давно не играл. Лёшка? А ты давно трескался в профессорскую дочку? Давно. И ненавидел за то, что она предпочла этого подонка. А может, это ты и пристрелил Оленича? Кому он нужен? А вот по роже ему я на прощание напрасно не съездил. За Наташу? Нет. А все-таки? Была такая мечта выиграть у Оленича. Доказать, что я лучше счастливчика. Тренировался как проклятый. Наконец, на первенстве республики мы сошлись в личном полуфинале. Лёшка, мне необходимо быть в финале. Тебя в сборную все равно не возьмут. А мне надо кое-кого успокоить. Выиграй сет.
И ты в финале? Алик, если я выиграю финал, ты получишь 300 рублей. 200 можешь получить сейчас же. Как тогда нужно было дать ему по роже? Чем закончился четвертый сет? Я выиграл. Игорь! Привет. Здравствуй. Извини, мне некогда. Погоди, давай отойдем. Почему ты мне не сказал, что ездил в Петровку после встречи с Малышем? Ну и что? Ну я же просил тебя. Так ничего же не случилось? Значит так, после работы домой. И это не просьба, а приказ. Слышу, соловей-разбойник. Добрый вечер, Петровна. Тут ко мне прийти должны были, не видела? Нет, никого не видела. Пока я дома была, никто не приходил. Может, когда я в магазин бегала, тогда кто заходил? Извини, Петровна. Погоди, ты в больнице-то был? Был. Как он там? Хорошо, привет передавал. А, выздоравливает, значит. Ты заходи, чай пить будем. Игорь, я пришла. Игорь, я хотела... Вы должны... Ну, проходите, если должен. Наташа, а вы хорошо знали Оленича? Наташа. Хорошо или близко, это разные вещи. Дайте спички. А может, не надо? Какое вам дело? Хочу и все. Это я уже слышал, когда вы хлестали коньяк. Ставьте свои менторские замашки. Я на 1000 лет старше вас. Да, я хорошо знала Оленича. Больше года была его любовницей. Это вам интересно? Стас полюбил другую? Да никого он не любил. Никого, кроме себя. Мертвых говорят либо все, либо ничего.
Мне с ней всегда было удивительно хорошо. Потом я поняла, что была нужна ему, чтобы завоевать доверие шефа, моего отца. Стал играть со мной в паре, вытягивал все игры. Я думала, что в победе есть и моя доля. Что хоть здесь я чего-то стою. Вы преувеличиваете, Наташа. Не хочу. Ничего не хочу. Надоели лаборанты, которые презирают меня за то, что мой папенька профессор Донцов. Надоели аспиранты, которые только потому и липнут. Ничего не хочу. Ни семейных сцен, ни слюнявых ухаживаний. Принесите воды, пожалуйста. Спасибо. За это я научу вас играть в теннис. Хотите? Конечно. Вы увлекались спортом? Немножко. Жаль. Жаль, что немножко. Я люблю спортсменов. Только настоящих, больших спортсменов. Таких, как Стас? Большой спортсмен – это борьба. Нет друзей. Потому что завтра твой друг становится твоим соперником, а место на пьедестале только одно. И нет любимых. Потому что какая любимая позволит так транжирить мышцы и сердце? Наташа, а вы все знали о Стасе? Да. Спорт был для него только средством. И никто, никто не хотел этого замечать. Мы сами его сделали таким. Сами. Оборвалось все так глупо и страшно. Мне страшно. С тех пор, как Стас, мне давно уже страшно. Наташа, зачем вы пришли? Не знаю. Наверное, на вас посмотреть. Вы славный. Немножко слон в посудной лавке. Мне нужно было... У меня, как и у него, нет друзей. Не надо меня провожать. Я, кажется, на распутье. Берегите посуду в лавке. Наташа, вы приходили сюда сегодня? Зачем? Алло? С кем я разговариваю? Я положу трубку. Не выйдет, я с детства любопытный. Поживем, увидим. Зачем вам понадобились ракетки Оленич? Наташа, я провожу вас. Да. Да. Боишься? Приятного мало. Ну, повода для особых тревог пока нет. Если хотят свернуть шею, не вступают в переговоры. Поживем, увидим. Послушай, а чего хотела от тебя Наташа? Не знаю. Игорь Иванович. А что, если вам всерьез влюбиться? Такой большой дурак. Тоже мне шуточки. Постой. Вероятность того, что за тобой начнут присматривать, я допускал. Но тебя не трогали до тех пор, пока ты не приблизился к Донцовой. Следовательно, то, что знает Донцова, а она наверняка что-то знает, не должно стать известным тебе. Что именно? Может оказаться, что Оленич
не был представителем лучшей части человечества. Это еще нужно доказать. Поживем и видим. Если бы я не поняла, что вы притворяетесь еще неизвестно кто кого. У хороших учителей должны быть достойные ученики. От скромности вы не умрете. Не имею права. Меня ожидают большие дела и потрясающая слава. С сегодняшнего дня я работаю в лаборатории Верховского. Правда? Кем? Перед вами скромный лаборант Балагура. Не поясничайте. Завтра играем? Обязательно. Игорь! Игорь! Балагура! Я тебя ищу по всему институту. Ты заявлен на сегодняшнюю встречу с политехниками. Вы что, сдурели? Послушай, шлепнулся наш великий Оленич, и двое ребят из сборной закончили институт. Кроме тебя играть некому. Игорь Иванович, миленький, ну пожалуйста. Игорь Иванович, ну ради нашей лаборатории. Ну пожалуйста, ради чести института. Ну, Игорь Иванович, ну тебя так просят. Форму и ракетки для тебя я уже отобрал. Просто герой. Победа, отец! Победа! Теперь сборная республики с первого выстрела. Мы с тобой одной крови. Мы чемпионы. И я смогу быть в твоем небе, отец. Какое это чудо, спорт! Когда он ушел из нашей лаборатории к Донцову, я сразу понял, что главное для него не наука, а страстное желание любой ценой удержаться на уровне, к которому он так жадно стремился. Я пытался что-то сделать, забить тревогу, но оставалось только ждать, когда его хорошенько отколошматит сама жизнь. Я очень верил в него, в его силы, а на деле все мы сейчас расплачиваемся за равнодушие. Ну а спорт, Андрей Алексеевич? Ведь спорт помог Малышу выстоять. И Оленич был настоящим бойцом, я знаю. Ты прав. Все вроде ясно. Понимаешь? В спорте есть вещи очевидные. Спорт — это игра. Хорошо организованная, по строгим правилам. Игра особая, и присуще соперничество, борьба. Но в спорте нужно бороться не только против. Необходимо бороться за команду, за честь страны, за то, чтобы быть достойным своей страны. Малыш всегда боролся за, а Оленич против. Против самого себя. И в результате формула подлости, которую он преподнес Малышу. Игорь! Извините. Игорь!
Избавь меня от этого хлыща. Послушай, я тебя очень прошу, не... Извините, у вас спичек не найдется? Пойдем с нами. Я не могу, мне надо домой. Не огорчайся, Игорек, еще договоримся. Ну, еще раз с победой. Спасибо. 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 За что? За игру. Наташ, это же просто мечта играть с такой партнершей, как ты. Без тебя бы ничего не вышло. Тебе нужна была эта победа, не куплена, не подарена. Мне тоже. Игорь, я должна тебе сказать. Что? До свидания. У меня все в порядке. Одно плохо. Отец совершенно перестал меня понимать и злиться от собственного бессилия. Приезжай и помни, банкет за мной. Пир на весь мир устроим. Пир на весь мир. Наташенька, тебя какой-то Игорь. Наташа, не поздно ли? Папа всегда нервничает. Алло? Невинная шутка, извините. С вами говорит друг Станислава Ленича. Настоящий. Слушай. Игорь, я должна видеть тебя. Сейчас, немедленно. Что-нибудь случилось? Речь идет о Станиславе. Откуда ты звонишь? Из дому. Хорошо, Наташа, я еду. Нет, Игорь, нет. Знаешь ресторан Дубки? Наташа. Потом все объясню. Я жду тебя в Дубках. Кого мы видим? Какая приятная и совсем неожиданная встреча. Привет, баловень судьбы. Давай, крути, Балагура. Сегодня ты, а завтра я. Послушай, инкогнито. Я очень тебя прошу, не приставай больше к этой девушке. Ладно? Так, один загнулся, другой явился марки клеить. Если ты еще что-нибудь вякнешь... А может, ударишь? А то нехорошо получается. Пришел, увидел и ушел. Пожалуйста, прошу. Папа, папа! Слышишь, открой! Ты не смеешь! Я же не ребенок! Оставь меня. Ты же сам всегда хотел, чтобы я был первым. Но у каждого из нас свое небо. Пойми, наконец, для меня, для моей высоты, мне необходимы связи, деньги, прочные положения. И все это я создаю себе сам.
Ладно, не ворчи. Могло быть и хуже. Здравствуйте. Станислав, преступник. Да. Как вы можете вот так запросто? Ведь никто до конца ничего не знает. Остается неясным одно, почему он застрелился. Ему тогда еще ничего не угрожало. Абсолютно. Да, чуть не забыл. Вот ваши ракетки. Их не успели реализовать. Наташа, я знал. Мы ждали от вас этого. Я должна была раньше. Я боялась. Я хотела, чтобы все верили ему. В тот день. Погоди, Наташа. Погоди. В ту ночь ему кто-то позвонил. Я слушаю. Да. Ничего серьезного, маленький прокол. Нет, не получил. Не было никакой посылки, нет. Перестаньте угрожать, шеф, я же не идиот. Не думал, что я дома, я был на даче. А потом он позвонил тебе? Да, у него был очень взволнованный голос. Он просил, чтобы я немедленно приехала к нему. Мы с тобой, невеста, несколько изменим маршрут. Неожиданно изменились некоторые обстоятельства. Отец подарил нам две путевки. Эта поездка должна была стать нашим свадебным путешествием. Стасик, а в чем ты виноват? Да так, мелочь. Немножко спекуляции валютой, немного барахлом, про которое, кстати, как и про некоторые другие вещи, знает моя очаровательная помощница. А остальное семечки. Для нашей будущей жизни. Уж эту партию я ни за что не проиграю. Я плохо помню, что говорила и делала потом. Идиотка! Боже мой, какая ты идиотка! Ты никуда от меня не уйдешь. Никогда! Запомни это! Я для тебя все, понимаешь, все. И ты мне тоже очень нужна. И кончим на этом. У тебя весь сказ. Нет! Ты зашел с ума! Да. Тихо, я сказал тебе. Ты сумасшедший! Ты зашел с ума! Стасик! Ну что? Стасик! Что? Ты не мог этого сделать. Ты не мог этого сделать. Чего я не мог делать? Да, даже если ты ошибся. Стасик, Стасик! Ведь о тебе знают все только самое хорошее. Никому не придет в голову. Стасик, хочешь? Да. Хочешь, мы пойдем к моему отцу? Какому? Какому отцу? Что ты говоришь? Ты понимаешь, ты хочешь поставить на карту всю нашу жизнь? Нет, только мою. Только мою, Стасик. Ну ладно, ну тихо. Ну,
Я погрешился. Я прошу тебя. Успокойся. Я прошу, расскажи мне все. Я же люблю тебя. Наташа, я тебя тоже люблю. Очень. Наташа, очень. Очень люблю. Наташа, очень хорошо. Знаешь, ты сегодня же встаешься у меня. Мы сегодня же начинаем медовый месяц. Поняла? Договорились? Вот и умница. Вот и хорошо. Все будет нормально. Молодец. Умничка. Не волнуйся, не волнуйся. Только тихо. Тихо, 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 тихо. Все будет нормально. Главное, тихо и не волноваться. Наташа! 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 Вернись! Если бы я тогда вернулась, я не могла подумать. Он был такой сильный. Я ни на йоту не поверил его болтовне, ни единому слову. Бред собачий. Когда он успел стать таким? Я боялся представить себе, до чего он успел докатиться. Мой сын. Уехала. Ах, какая трогательная история. А ты, профессор, все-таки идиот. Разве можно старших обманывать? Заходи. Пришло время расплачиваться. Только без фокусов. Стой. Старик дома? На даче. Годится. Станислав, зайди ко мне. Шуточки шутишь, подлёк. Может, не с папашей побеседовать? Подождите. Сейчас же вынеси посылку, чтобы никакого звука. Это была шутка. Мы женимся, я хотел просто испытать Наташу. Надежда науки, слава спорта. А на деле развращенный всепрощением предатель! Все, герой, приехали. Дальше ехать некуда. Свадебное путешествие отменяется. Утро начнем с прокуратуры. Не дергайся, я подойду сам. Я слушаю. Да. Угу. Хорошо. Сейчас буду. Это Наташа. Бедная девочка. Она еще верит, что тебя можно спасти. Счастливая мать, что не дожила до всего этого. И не вздумай бежать. Теперь я вам расскажу, что было потом. Yeah.
Аверин слушает. Виктор, нас всех срочно вызывает к себе прокурор. Yeah.